Вітаю всіх на Фабриці новини. Я Анастасія Федорів і мій гість сьогодні Геннадій Гудков. Це політик, опозиціонер, так само полковник УДО Росії у відставці. Вітаю вас, пане Геннадію. Здравствуйте. Да, я приветствую вас, Анастасия, и приветствую, конечно, всех зрителей. Что ж, начнем давайте с того, что предлагает сегодня Кремль Украине, в общем, всему миру. Ну а все так называемые мирные предложения Кремля, они направлены лишь на то, чтобы легитимизировать свое незаконное вторжение в Украину, нарушая, конечно же, все международные нормы. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза. Но что интересно, параллельно с этими заявлениями мы видим, что визит Орбана, потом уже премьер Словакии Фицо заявляет, что он также посетил бы Россию вместе с Орбаном, если бы не состояние здоровья. А тем временем пишет американские аналитики, что Путин использовал встречу с Орбаном для того, чтобы выступить еще раз против переговоров, ну и показал готовность к окончательному завершению войны, но путем уничтожения украинского государства. Как вам эти все визиты? Почему сегодня европейские политики позволяют их себе делать? Какая должна быть, ну, может, реальная реакция, если уж в Евросоюзе говорят, что это для них неприемлемо? Ну, честно говоря, Орбан негодяй самый настоящий. Это паршивая овца в стадии свободной Европы, открытый агент Путина. Просто человек, который издевается над Евросоюзом, находясь вроде как изнутри. Я, честно говоря, на самом деле жду, когда же в Европейском Союзе что-то вскипит или что-то прорвется. Потому что вот терпеть Орбана, который просто нагло, открыто попирает принципы Европейского Союза, НАТО, вообще коллегиальные договоренности и так далее, это вот, я не знаю, что. Вот это просто какое-то унижение Европы Орбаном. И, конечно, Европа должна была давно принять серьезные действия, вплоть до приостановления, не знаю, там, членства или до какого-то уровня понизить членство Орбана, пока Орбан в Венгрии, к сожалению, в Венгрии, в Европейском Союзе. Да, в Венгрии разные силы, но сегодня Орбан правит страной и уже не первый год. Этот человек деградировал. Когда-то он был там лидером демократического движения. Сейчас он лидер движения соглашателей. Это, по сути дела, как это... как вот Путин — это Гитлер на сегодняшний день для Европы. Это вот про гитлеровский, так сказать, по сути дела, режим. Не режим, ну да, власть. Не знаю, как назвать это. Все-таки Венгрия — демократическая страна. И вот... терпеть этого Орбана я не понимаю. Должны быть приняты какие-то жесткие меры. Что сделал Орбан? Орбан прорвал вот этот международную изоляцию Путина. Он начал тогда с ним диалог, когда его избрали временно председателем в Европейском Союзе. Венгрия стала председательствовать. То есть это явный вызов всему Европейскому Союзу. Это явное оскорбление и унижение. Орбан блокирует до сих пор пакет помощи Украине в размере 6,5, там чуть больше, миллиардов евро. То есть вот вредоносное действие Орбана настолько очевидно, настолько идет в разрез со всей Европой, что Европа давно обязана была принять эти шаги, направленные на нейтрализацию Орбана и вообще. Наверное, нельзя строить никакие союзы, где все принимается консенсусом, если там больше 7 или там 10 стран объединены какой-то общей идеей, общими ценностями. Отвратительно. Я, к сожалению, у нас были проблемы со звуком, я не понял, что сказал Фицо. И просто... Что он тоже готов. Хотел бы, но не позволяет здоровью. Ну, хоть здоровье ему не позволяет. Хоть какое-то, так сказать, там объяснение. Он, может быть, и хотел бы, да. Фицо — это тоже, в общем-то, слабый элемент в Европе. И поэтому, конечно, нужно менять механизм принятия решения и в НАТО, и в Европе все-таки большинством голосов. Пусть там, может быть, 2/3 голосов. Но все равно что-то надо менять, потому что один негодяй может испортить работу огромного политического, экономического и военного союза. Это моя реакция, потому что надо что-то делать с Орбаном. Ну, просто надо что-то делать. Я, например, сейчас приостановил членство Венгрии в Европейском Союзе, председательство, вернее. Ну не может этот человек, который идет в разрез со всеми постановлениями, решениями Европы, которые там изложены в резолюциях, постановлениях, изложены в заявлениях там, лидеров, действий правительства европейского, которое представляет из себя Европейская комиссия. То есть он просто вот всех мажет черной краской, этот Орбан. Я не знаю, что советовать Европе, но она должна наконец-таки перестать жевать сопли. Уж извините, я это вижу, в Европе это вижу, что они там, к сожалению, сопляжуйство, это такое время от времени повторяющееся политическое занятие. Орбан должен быть наказан за свой вызов, брошенный Европе. Не знаю, какое влияние смог иметь на Орбана Путин, но как-то у Франции уже, видимо, дела как-то не очень, потому что есть заявление Марин Ле Пен, которая сказала, что как только представитель национального объединения Жордан Барделла получит должность премьера, он не позволит использовать французское дальнобойное оружие для ударов по России, а от отправки французских войск в Украину вообще не может идти речь. Ну и, конечно, есть уже прогнозы, что даже в случае победы на выборах партия Ле Пен не сможет сформировать большинство. Вот такие вот, скажем так, нарративы в Европе, ну, совсем не сходятся с тем, что делает Макрон, потому что Макрон сегодня очень явно хочет быть лидером в Европе, показывать, что он не боится, он дает зеленый свет там, где еще другие сомневаются, а вот здесь Марин Ле Пен. Что делать? Знаете, тут Макрон, при всем том, что он там хочет стать политическим лидером и так далее, он становится заложником общих настроений в Европе. Что из себя сегодня представляет современная Европа? Она представляет из себя структуры богатой страны, которая завоевывается через миграционный процесс другими культурами, другими народами. И все это прекрасно видят и понимают. Ну вот, понимаете, вот все как бы складывается из кирпичиков бытовых отношений. Вот я вот иду по улице, да, там торгует парень кукурузой, там жареной, каким-то еще, там, ну, нормально работает. Я к ним подхожу, мы что-то покупаем, какую-то вот эту кукурузу. Я говорю, ну, там разговор. Он говорит, вы откуда? Я говорю, ну, вот мы там вот так и так, вот наша такая судьба. Он говорит, а я из Бангладеша. Я говорю, ну да. Я, к сожалению, не знаю вашей страны, не был ни разу. И он мне начинает рассказывать, что у нас там жутко что творится, жуткая нищета и прочее. И он говорит, у нас, говорит, каждый год 70 тысяч граждан Бангладеша приезжают во Францию. Каждый год. И в большинстве своем там они получают социальные пособия, они получают там и так далее. Я совершенно не против Бангладеша, совершенно не против бангладешцев, но я понимаю, какой... Это только из Бангладеша. Это не самая большая страна. Я туда разговаривал с главой там, одной из миссий, комиссии правительственной, отвечающей за миграцию. Там молодая женщина, она говорит, что да, я отвечаю за все, весь азиатский регион, и почему дали там Россию в нагрузку, ну, Россию, Восточную Европу. Она говорит, конечно, огромное количество мигрантов идет из Азии, огромное количество мигрантов. Я почему это говорю? То есть все это ложится, они идут, почему мигранты идут миллионами? Потому что в этих странах либо диктатуры, либо ужасная нищета, либо развязанные диктатурами войны, либо там ужасные условия там, социальные, медицинские и прочее. И они готовы на любые условия, так сказать, и приезжают сюда, во Францию. Ну, Бангладеш себя ведет мирно и так далее. А вот, например, на арабских рынках, я иногда хожу, бывает, там что-то покупаю, там просто вот на отношении к Франции, ну, я не могу сказать, что все арабы, так нельзя говорить, не все арабы, не все русские, не все... бангладешцы и так далее, конечно, одинаковые. Вот. Но, допустим, вот на арабских рынках царит обстановка такая, что мы во Франции, Франция нам обязана. Это арабские рынки. Францию нужно доить как корову, как можно больше. И ну, вот такие настроения присутствуют. И они довольно жесткие, агрессивные эти настроения. И люди это видят, слышат, чувствуют и понимают. И поэтому они, когда вот это вот толерантны, да, все хотят толерантной политики, да, все понимают, все сочувствуют. Тут помогает, существует миссия, существует целая организация, все входят в положение людей. Вопрос только в том, что страны сейчас, европейские, не переваривают такого потока беженцев, не переваривают с точки зрения там, привития им новых стандартов, новой культуры, новых отношений в обществе и прочее. И когда вот мы там видим, что вспыхивают здесь про-хамасовские, про-палестинские, якобы про-палестинские массовые митинги, вот надо понимать, что вот этот потенциал, он пугает уже и французов, и немцев, и бельгийцев, и голландцев, датчан и так далее. Потому что, когда вот, допустим, болгары, вот в Болгарии нет проблем беженцев. А почему? Ну, серьезно, нет проблем. Потому что Болгария не богатая страна, много дать не может, и беженцев не задержится. Такая же проблема, вернее, отсутствие проблем в Чехии. Я говорю, как встречался с чешскими политиками, я говорю, как у вас с миграцией? Я говорю, да, все хорошо. У нас рядом Германия, они к нам приходят и тоже идут в Германию. Нам все нормально, у нас это не самые главные проблемы для Чехии, там, предположим. Ну, я не знаю, насколько, может, они там слегка подшутили, вот, но думаю, что я бывал в Чехии, действительно, там такого количества мигрантов, такого количества всяких проблем нет. И вот это вот... Тут каким-нибудь лидером вот эти общественные настроения, они, к сожалению, доминируют. Потому что все видят не просто опасность, это ладно, опасность. А каждый, кто работает, допустим, каждый работающий француз, он еще кормит там 2 беженцев. И это вот объективно. Я разговаривал со многими французами, которые там занимают какие-то должности, где-то работают в бизнесе, где-то там имеют какую-то историю своих семейных родов там, и так далее, и тому подобное. Они, конечно, очень толерантны, гораздо более толерантны, чем мы. Они, конечно, гораздо культурнее, они, конечно, гораздо... Но они понимают, что, в общем, по большому счету, француз, который получает там 3000 евро, должен был бы получать 5, потому что там 60 с лишним % налогов, идет там, даже больше, наверное, он должен получать 7, там 60 с лишним % налогов, большая часть, значительная часть из них идет на вот, поддержку потока беженцев. И вот это ключевая проблема сейчас миграции в мире. Обратите внимание, что там в Америке, какой ключевой конфликт, который на поверхности. Строить стену с Мексикой или не строить? Проблема мигрантов. Получается, что, как бы так сказать, вот все то, что там получило независимость, это важная, ключевая проблема в мире сейчас, получила независимость, не получили эти страны нормальной политической системы и институты демократии. И пришедшие к власти местные элиты оказались гораздо хуже, чем все то колониальное прошлое, и они вызвали огромное количество войн, жертв, разрушений, нищеты, голода, и народ побежал. Побежал так, как никогда не бежал никакие времена. Ну, был там, ну, может, если только мы возьмем там самые вот эти века вот этого первого тысячелетия, середины первого тысячелетия, там шло завоевание Европы различными народами, но в основном исламскими народами, которое, ну, привело там к войнам и так далее и тому подобное. Вот, наверное, сейчас это что-то повторяется история, спустя там 1500 лет. Поэтому Макрон... делает все правильно, говорит правильно, он центрист. Но вот общественное настроение, они сместились до такой степени в результате всех вот этих проблем вправо, что тут очень сложно что-то сделать. Такая же ситуация примерно в Германии, но там, слава богу, есть ХДС, блок ХСС. Они готовятся прийти к власти через 1,5 года, я так понимаю. Вот, пока там еще более стабильно. А в ряде других стран очень серьезнейшие проблемы. И эти проблемы пока вот никто не знает, как разрешать. Я надеюсь, что во Франции все будет нормально, потому что все-таки здесь еще есть 2 большие силы. Часть из них, если мы берем много этот Народный фронт, это все-таки там умеренные социалисты, умеренные левые, левоцентристы. Вполне возможно, что удастся после 7 июля сформировать более такое стабильное центристское все-таки правительство. Ле Пен, с одной стороны, заявил очень жесткие в отношении Путина, были очень жесткие заявления. С другой стороны, я понимаю, что войска можно и не посылать, можно вести гибридную войну. Она будет не менее успешной против Путина, чем прямая посылка войск. Но вот пассаж Ле Пен, если вы правильно его изложили, в отношении оружия, это уже настораживает, что не давать Украине оружие, способное там бить по оккупанту, это вот уже, честно говоря, дело серьезное. Да, ну еще потом также об оружии поговорим, потому что этой ночью горели нефтебазы, вот и видео также покажу, но давайте еще, если так пройдемся по международной политике, по поводу Трампа. Потому что есть уже такие вот мнения, некоторые союзники Трампа предлагают штатам возобновить подземные ядерные испытания, поскольку Китай и Россия наращивают арсеналы, ядерную программу развивает Северная Корея, Иран, ну и чтобы обеспечить их сдерживание, нужно быть уверенным в эффективности американского оружия. В частности, об этом говорит бывший советник Трампа Роберт О'Брайен, что вот в случае возвращения Дональда Белый дом должен впервые с 1992 года проверить новое ядерное оружие. Вот как думаете, если говорить о ядерном оружии и Трампе, может ли это быть более опасно для Путина? Потому что Байден... Но мне кажется, он сегодня не очень там, пугает ядерным оружием, у него другая политика. А вот от Трампа можно ожидать разного. И если вдруг он придет и начнет испытания, что тогда? Покажет ли он Путину, что Америка готова больше, чем всегда, и напугает ли это Путина? Но Путина, может, это и напугает. Путин жутко боится умереть. У каждого все равно ведь это когда-то случается в жизни. Вот. Но тут может не испугаться... Ким Чен Ын. А сегодня там военный политический союз России и Северной Кореи. И еще Иран там спит и видит, как бы, так сказать, нагадит Соединенных Штатов Америки всему демократическому миру. То есть получается вот эта ось зла очень опасна. И я так полагаю, что разговоры в Соединенных Штатах Америки, они не просто так пошли про ядерное оружие. Потому что мы с вами говорим о наращивании ядерного арсенала России и Китая. Ну, по России я бы не сказал, что идет наращивание. Модернизация, там бросаются деньги на модернизацию, часть воруют, часть, конечно, используют по делу. Вот. А вот мы должны с вами совершенно точно говорить о наращивании ядерного потенциала Северной Кореи. Вот это с учетом абсолютной отмороженности раз, ну это ладно, отмороженность она быстро проходит, когда там что-то случается. А вот то, что у них на границе каждую неделю идут стычки вооруженные между Северной Кореей, ну, все провокации со стороны Северной Кореи. Северная Корея же не может жить. Вот эти все диктаторские режимы, они могут управлять странами только в двух ситуациях. Когда идет война или когда идет подготовка к этой войне, и вот видны все эти признаки. Я думаю, что все вот эти провокации на корейской границе, они необходимы Ким Чен Ыну для того, чтобы держать народ повиновен, объяснить, что он делает со страной. Типа, вот, видите, каждый день на нас нападает, и вот смотрите, если сейчас что-то мы проявим слабость, чуть-чуть малейшую, нас, так сказать, там, при поддержке Соединенных Штатов Америки уничтожат. Это что, тезис сбрасывается каждый день в пропаганду. Вот поэтому ситуация, она такая, что она очень опасна, обострилась ситуация в Тихоокеанском регионе из-за союза Путина и Ына, и Путин может как раз помочь ему с ракетными технологиями. В частности, эксперты говорят о системе наведения баллистических ракет. В частности, эксперты говорят о возможности модернизации, там, совершенствования ракет, которые Северная Корея хочет спустить на атомные подводные лодки, то есть баллистические ракеты, и угрожать этим Соединенным Штатам Америки и всем соседям. То есть она вот здесь ситуация более опасная сейчас, чем даже в Европе. Поэтому разговор понятно, к чему идут. Может ли Трамп что-то сделать? Но Трамп, да, он непредсказуемый, это понимает в том числе и в Кремле, и, в общем-то, им проще с Байденом, наверное, обустраивать отношения, там, потому что все-таки Байден не демонстрирует такой неукротимой энергии, как ее демонстрирует Трамп. И вообще там ситуация, конечно, в Америке очень тяжелая. Но я имею в виду, с точки зрения, все-таки люди очень такого серьезного возраста, являются главными кандидатами от ведущих политических партий Соединенных Штатов Америки. Недаром там сейчас в Америке уже раздаются вовсю голоса о необходимости замены Байдена как кандидата от демократической партии. Время осталось не очень много, остался месяц до съезда демократической партии, он пройдет 7 августа. Но для того, чтобы поменять кандидата, нужно согласие самого Байдена. Пока такого согласия нет. Поэтому ситуация, она вот такая. Она, вот, понимаете, опять-таки, демократия продолжает жить в мире, когда идет уже в мире война. Вот этот когнитивный диссонанс. Мы живем в мире, у нас мирные проблемы, мы там думаем строить стенку или не строить, мы там думаем, создадим мы центристское правительство или не создадим, а, ребят, уже война идет. И эта война может полыхнуть так, что там мало никому не покажется. А вы к этой войне не готовы. Вы не можете ни политически мобилизоваться, ни экономически мобилизоваться, вы не можете нации мобилизовать, потому что они в состоянии раздрая находятся и противоречий. И вот это все сказывается на том положении дел, которое сегодня есть в Украине на фронте. Тем временем Зеленский сделал заявление в издании Bloomberg. Он сказал, что Украина начала наносить удары по НПЗ после того, как мир не остановил геноцидную политику Путина. Он сказал, что да, нас бьют по энергетике, это также нам больно, но у нас нет выхода. Но известно, что уже вот ночью горели 2 нефтебазы. Сообщают, что это было в Краснодарском крае, станица Павловская, Луколы и станица Ленинградская. Геннадий, скажите, пожалуйста, то, что сегодня происходит, я так понимаю, что этого недостаточно для России. Раз нам не говорят, что давайте этого не делайте, у нас нету, скажем так, прямого запрета на то, что сегодня летят дроны на Россию, потому что что? Оружие дальнобойное не дают, получается, да, потому что вот оно, наверное, было бы более эффективным. А то, что происходит, оно, наверное, пока еще не так больно бьет. Хотя, как раньше, как писали СМИ, Зеленского якобы там где-то за закрытыми дверьми предупреждали, что лучше этого не делать. Как это все понимать? Пока еще это не больно для России, вот эти все пожары, нефтебазы и тому подобное? Знаете, во всех таких, в России на протяжении многих веков действует комплекс столиц. Вот если в столице ничего не происходит, то и в стране ничего не происходит. Вот я понимаю, что это так, как бы слишком сильное огрубление, слишком сильное вот такое упрощение ситуации. Но на самом деле это так. В крупных городах война не чувствуется. Я имею в виду, в первую очередь, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и так далее и тому подобное. Вот там мегаполисы, Нижний Новгород. Но не чувствуется войны. И не чувствуется вот этих потерь не потому, что их не чувствуется, а потому что эти потери происходят среди тех, кто добровольно решил заработать деньги на войне. Ну, типа, решили сами, ну и решили. Получили, но вообще никто же не заставлял туда идти. Они же решили это сами делать. И поэтому все вот эти удары, они, конечно, там наносят ущерб, предположим, там нефтяной отрасли, там, или нефтеперерабатывающей отрасли, или наносят ущерб какой-нибудь там транспортным компаниям, или еще кому-то. Но это не отражается так больно на ситуации в России, поскольку крупные города живут в состоянии мира. По крайней мере, внешне. Да, понятно, что идут там внутренние проблемы, идут внутренние какие-то процессы, появляются какие-то проблемы, и какая-то напряженность есть и прочее. Но в целом, по крайней мере, по отзывам людей в России, с которыми я все еще общаюсь, война не чувствуется в крупных мегаполисах. И вот ощущение того, что особо ничего не происходит, где-то там далеко идет какая-то война, и там сражаются какие-то люди, которые добровольно на эту войну идут. Да, они, наверное, там гибнут, но они зато еще и денег получают, если не гибнут, и так далее и тому подобное. Вот такого ощущения, что идет война, которая может добраться до каждого дома, в России нет. Эффективность этих ударов я не могу оценить, мне нужен военный эксперт, который скажет, что в результате там, поставки дизеля на фронт сократились там, на 15%, танки, там, тягачи и прочее испытывают проблемы при перемещении техники, там, при перевозке боеприпасов и так далее. Я этого не знаю. Это надо задать вопрос военным экспертам. Отразилось ли это на фронте, на эффективности действий тылов, инфраструктура, транспорт и так далее. Но в целом, если мы говорим о такой обстановке, в целом морально-психологической в стране, в России, то в большинстве, а все-таки население России в основном городское, кто там считает, что она там лапотная. Там, когда я еще вступал только в политику, это был 2001 год, я стал депутатом, в 99 году я в политике. Тогда уже население России делилось так, 76 с чем-то процентов жило в городах и поселках городского типа. И только 23,9 там, или 7, не помню, жили в деревнях таких вот, где там сельское хозяйство и так далее. И поэтому в городах это не чувствуется, как бы в больших городах. Может быть, это где-то чувствуется в регионах, это чувствуется в каких-то небольших поселках, небольших городах, но в целом ощущения войны нет. Просто я говорю честно, откровенно, из того, что вот мне известно. Я могу ошибаться, я не являюсь вовсе истинной последней инстанцией, но, судя по всему, вот такая сейчас ситуация. И эти удары, они, безусловно, болезненные, но они не приводят к изменению морально-психологического климата в стране. Тут я вот должен быть с вами предельно откровенной честью. Тем временем климат в стране создают пропагандисты, и вот стало также известно, что Кремль придумал для карманных СМИ новое название для так называемой СВО и обязал их рассказывать россиянам, что это Украина отказывается от мира, а не Российская Федерация, ну и теперь называть это все украинским конфликтом. Тем временем Путин буквально на днях повторил свою фразу о том, что он хочет, чтобы Украина просто отдала ему 4 украинские области, которые оккупированы пока только частично. Ну и также мы знаем, что Путин, в частности, предложение Эрдогана отклонил в качестве посредника. Он сказал, что ему это неинтересно, а именно Песков процитировал слова Путина. Что же хочет Путин на самом деле? Потому что его слова, его фразы также разные. Раньше он говорил, что Россия готова к переговорам. Сегодня поменялась ситуация. Почему сегодня уже он говорит, что не готов? Как понимать? Путин очень тонко чувствует определенную конъюнктуру. Но давайте мы с вами пойдем по признакам. Можно там говорить много хороших, правильных слов, а как они отражаются на делах. Вот смотрите, идет война уже 2,5 года. За это время были тонны заявлений о том, что Запад сделал все необходимое, чтобы Украина победила. Авиации как не было, так и нет. Дальнобойных, ну я имею в виду поражающих на глубину фронта его инфраструктуры ракет, которые способны это сделать, не было, так и нет. Поставок новых патриотов как не было, так и, к сожалению, вот пока, ну может быть там что-то такое, но это не решает проблем и невозможно с ним защищаться. Ну и даже эта плотность противовоздушной, противоракетной обороны явно недостаточна для защиты украинских городов и сел. И мы это видим, все эти удары там, по небольшим городам, по небольшим поселкам, они неуправляемые авиабомбами. Неуправляемые авиабомбы – это не баллистика. Это все-таки довольно медленно движущийся боеприпас, ну относительно, да? И все-таки была бы там система ПВО, она могла бы решать эти задачи. Потому что сейчас там Путин устроил бомбардировку старыми бомбами, которыми там приделали элементы планирования и наведения. Вот, поэтому можно это все было бы решать, и можно было бы решать вопросами ПВО, теми же F-16, сделать так, чтобы самолеты, с которых сбрасываются эти планирующие авиабомбы, сегодня основной это ударный элемент воздушного нападения, чтобы просто не могли эти самолеты на такое расстояние подлететь, с которого они могут сбросить бомбу, которая способна поразить украинскую территорию. Этого тоже не делается. Поэтому плюсом Путин видит, что во Франции, значит, идет серьезнейшая внутренняя борьба. В Британии побеждает другая политическая сила, но я, правда, надеюсь, что там есть межпартийный консенсус, и там ничего с точки зрения этого не поменяется. Но, тем не менее, все-таки Британия отвлекается от борьбы на свою собственную внутреннюю политическую борьбу. Допустим, мы там видим абсолютную вот эту вот подлость Орбана. Мы видим, нельзя в эфире говорить эти слова, когда человек там 100 раз меняет на одну свою позицию и пытается играть на противоречиях. Одним словом можно выразить это. Вот Фицо, допустим, тот же. Мы видим все вот эти какие-то наскоки Трампа, типа я вот всех посажу за стол переговоров, и вы у меня все договоритесь, заявляют его помощники. Если не договоритесь, либо одному не дам ничего, либо другому, либо В другом случае дам все. Но вот это вот какую-то шапку закидайте. И Путин это все чувствует. Он все это считывает, списывает. Плюс он понимает, что сейчас идет глобальное противостояние демократии и тирании. Он заключает договоры с Ираном, по сути дела, вступает в тесные взаимоотношения. И, значит, с Северной Кореей. Он также продолжает отношения с Китаем. Он также продолжает, там, так сказать, какие-то завязки с диктаторскими режимами во всем мире, в Африке, в Азии. И таким образом он получает поддержку. Да? Ну, плюс там какая-то там Индия, которая никак не может определиться, как в известном анекдоте про обезьяну. Я и умный, я и красивый, как куда же мне деваться. Да? Я и демократическая, и в то же время я и тут, и в глобальном юге. Мне как-то вот Индия никак не может выбрать, в каком стане она находится. Поэтому тут тоже все вот эти конъюнктурные моменты Путин очень хорошо считывает. Ну, плюс Эрдоган, который то нашим, то вашим, то его же министр иностранных дел назвал на саммите мира в Швейцарии там, каким-то блестящим вариантом плана Путина. Ну, то есть вот его ультиматум. Турецкая политическая власть в лице министра иностранных дел оценила самым высшим образом. Это о чем говорит? О готовности признать победу Путина и желание признать победу Путина в этой войне. Путин это все считывает, он видит нерешительность Запада. Он видит, что там они получены внутренней борьбой, вместо того, чтобы бороться с Путиным, вообще со всей системой тираний и оси зла. И он поэтому начинает наглеть. Уж извините, я так по-простому скажу. Он начинает просто наглеть. А вы мне отдайте 4 области. А вы мне там заплатите. Сейчас я все жду, когда он скажет, заплатите мне репарации за все разрушенные нефтяные и энергетические объекты. Я все жду, когда он это скажет. Потому что я думаю, что уровень наглости он будет расти. И вот понимая слабость Запада, нерешительность Запада, Путин наступает. И, знаете, мы тоже с тревогой и беспокойством смотрим за всей этой ситуацией, безусловно, каждый день. Мы вчера там с супругой разговаривали, я говорю, слушай, вот я когда нет, 1,5 или 2 года назад сказали слова Путина на совещании, что, ребята, вы не волнуйтесь, время работает на нас, я подумал, что старик окончательно с ума сошел. А сейчас я понимаю, что не все так вот получилось у него неправильно. То есть вот эта вот война на истощение человеческого ресурса, война на истощение терпения, она приносит для Путина свои результаты. И мы видим, что вот вчера там появилась какая-то большая статья, что все... Ну, Дмитрий Габдуллин, послушайте эфир, он довольно откровенно и четко говорит, что считает, что война закончится в этом году, потому что все устали. И Украина устала, и Россия устала, и Запад устал, и Китай устал. Все устали от этой войны, и вот он прогнозирует, что она... А что значит, она закончится в этом году? Это означает, что может Путин не победить. То есть не проигрыш Путина является его победой. Мы с вами, да, ты совершенно четко это понимаем. И при всем том бардаке, который, уж извините, вот отсутствие какой-либо политической и прочей мобилизации Запада, при всем этом бардаке вот Запад проявляет неспособность к решительным действиям, тут Путин получает большое преимущество. Да еще обостряет ситуацию в Тихом океане. Вот она как она очень критическая сейчас ситуация. Мир стоит между 1938 годом, условно говоря, 1938 годом, подписанием Мюнхенского соглашения о умиротворении агрессора. И чем еще? Даже не знаю, потому что Черчилля нет. Черчилль не появился. Так и не появился Черчилль. Поэтому мне кажется, что вот ситуацию, да, мы должны объяснять Западу, что это проигрыш войны, принесет гигантские, катастрофические, я бы сказал, последствия во всем мире. Но понимаете ли? И как мне сказал один, я буду приводить этот пример из эфира в эфир, один умный политолог западный, говорит, ты пойми правильно, что у наших правительств, у наших политиков горизонт планирования максимально на 4 года вперед. А дальше они не думают, что будет с страной, с миром, с безопасностью, с... Они планируют вот на тот период, пока их могут избрать. А дальше они ничего не планируют. И вот это беда. Потому что международные институты, которые должны были планировать, типа там ОБСЕ, ООН, там, НАТО, они тоже пребывают в плену вот этих вот конъюнктурных колебаний политических флуктуаций на Западе. Вот отсюда вся проблема. Путина можно было победить, и нужно было победить, и обязана демократия его победить. Но только демократии запутались в трех соснах. Ну, это мои эмоции, потому что для нас победа Путина или не поражение Путина – это потери страны на долгие-долгие годы. То есть понятно, что тогда вряд ли кто из нас возродится, по крайней мере, моего поколения людей в России. Вот, поэтому я так, может быть, с горечью и болью говорю. Но вот что мы пытаемся объяснить Западу, что проигрыш будет иметь стратегический характер и будет отражаться на положении дела во всем мире, во всех регионах, и приведет к гигантским затратам на оборону и безопасность, которые не могут оказаться неэффективными. Но что еще с ним? Вот что им еще объяснить? Как им еще доказать? Если они, так сказать, ты только поговорил, а их переизбрали. Вот и все. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, благодарю вас за время и за важный разговор, на самом деле, и за то, что понимаете, что происходит. Надеюсь, вас также услышат те, кто сегодня еще сомневается в чем-то, особенно по поводу Путина и его режима. Благодарю вас. Спасибо. Друзі, дякую кожному, хто дивився до кінця. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, обов'язково підписуйтесь на Фабрику новин. Для нас це надзвичайно важливо. Бережіть себе кожен і до нових зустрічей.